некоторым примером. Так, вот Александр Бабенко, который у нас несколько больше занимается задачами газодинамики, чем я, сказал, что нужно 10-20 размеров исследуемого тела. 10-20 это как-то многовато, обычно то, что я вижу в расчетах поменьше, но если брать общий габарит, то вполне возможно, что где-то 10 габаритов может и выйти. Вот. Но, как говорится, еще раз, Александр больше считает задачи газодинамики существенно, поэтому, в принципе, если что, его рекомендацию имеет смысл, как говорится, брать. Вот.